Всем привет, ребят, поехали дальше, поиграем. Буквально полчасика перед сном решил поиграть. Объясню сразу, что мы тут делаем, и сразу не буду особо этот пылить интриги. В прошлой серии, да, мы там почти дошли до наковальни пустоты, но... Да. I knew nothing about my mother's intentions prior... Короче, опять же, пусть они там пиздят, это не так важно. Надо добить долги, которые мы не доделали. Во-первых, отдать Лириум. Я поиграл без записи, честно вам скажу. То есть, ну, дошел до сюда, там погулял немного, попродавал вещи, немного сходил в лагерь, там постоял, попердел. Никаких особых событий не было. Так что вот. Чего мы тут? Ну там нас закупился немного всякими вещами, которые бы пригодились в пути. Вот. Поэтому да. Мы должны хотеть. Я хочу сходить в Рэдклифф для начала. То есть у нас там была вещь, мы там не говорили еще со многими. То есть чего мне надо? Это мы идем в Рэдклифф пока. Игра на 30% еще пройдена. То есть, вы прикиньте, мы играем 30%. Игра еще до сих пор на 30% у меня пройдена. Там, помните, мы в таверну не заходили. Ну, то есть, мы давно не заходили в таверну. Там была девушка, которой мы обещали помочь. Съебаться, я бы сказал, вот так. Потому что она там, типа, работает. Вся хуйня. Поэтому давайте-ка забежим к ней. Там что-то 500 серебряников. 500 серебряников, 5 голды. Да вообще вопросы какие. И... Еще помимо этого нам можно отдать. Давайте сразу, кстати, отдадим. Лириум предлагают отдать. Вот здесь. Хариту. Это не совсем. Это не совсем правильно, да? Это квест сообщества магов. 10 порций лириума. Move along, friend. Oh, wonderful. On behalf of myself and my men. Thank you. On your way now. Так, хорошо. Это задание мы выполнили. Есть еще пара заданий, которые надо выполнить. Еще я сходил, опять же, без записи. Получил сапоги легиона мертвых. И открылся квест еще один. Я вам его сейчас покажу. Вот, мертвый замок. То есть мы его тоже хочу. Хочу, во-первых, на... Как его звали? Тип навестник, навертник, что-то такое. То есть, как бы за типа, который сражался. Отнести его меч, упаковать могилу. И еще одна там такая же тема есть. Только это тоже в глубинные тропы надо. Привет. Монтеган хороший человек, наверняка. What? You jest, surely. Why not simply throw all our coin into the river? Oh, have it your way then. That could get me to Denerim. What would you want in return for such a gift? Thank you. Морриган не одобряет. Минус 3. Ну, блядь. Я поздравляю тебя, Морриган. Поплачем вместе. Поплачем об этом вместе. Да не поплачем, держи. Ну, чё нам теперь, обосраться, что ли, ну? Блядь, как будто мы теперь обездоленными будем. Дай посмотреть, что у тебя есть, старик. Малые аптечки хочу с тебя стрясти. Эль, эльфийские корни. И склянки, еще склянок надо. У нас заканчиваются склянки. А, тут малые аптечки тоже. Давай, говорит, все деньги отдадим. Да куда? Ну, блядь. Женщина, мы можем себе это позволить и помочь. Помочь тоже можем. Только что получили бабосики, считай. Выполнили квест. Завали нахуй. Пиздит и пиздит, тоже не затыкаясь. Тоже не одобряю. Можно было, конечно, бана Тегана попросить, но она имеет право.
Лучше пусть будет хорошая жизнь в Данириме. Где там сообщество магов? Вон он. Не хочу портить. Да, это, наверное, неправильно, то, что храмовники получают лириум, но не хочу портить отношения. Чтоб прям вот так. Бля, старик, всего одна голда, пиздец. Это вот ради этого. Сообщество магов укреплены. Вы порочили отношения с обществом. Все. 10 четвертых глубины грибов сообщества магов. Ага. А что это? А, это выполнено. Нахуй нам не надо. Скиба на 100 остались. Это хуйня. Так. Тогда возвращаемся. Получается, Бардзамар. Но нет, есть еще, по-моему, у нас Данирим. Не, Блэкстоунс, вот. Благодарственные письма. Ладно, погнали пока в Варзамар. Славный на верхних. Пойдем туда. Сразу погоним туда и сделаем. Воздадим, как говорится, части меча. Может, он его починит, это окажется каким-то мега оружием смерти. Нам это пригодится, как минимум. Потом отправимся в Данирим. Там в Данириме тоже есть. У нас два задания в Данириме, которые мы не доделали. Ну, может, в следующий раз уже их сделаем. А какое там, как оно задание называется? А может сейчас вспомним. And so I shall. А, мы не можем это выполнить, потому что там в эльфинаж надо сгонять. Вот что надо сделать. Right. Старый Тегрин, я мимо тебя постоянно прохожу. О, темперамент. Эмлит ученика. Ну, тоже интересно, конечно, но похуй. Предмятежная королева. Похуй. Погнали. У нас еще в Данириме было про... Кровь предупреждает. Там где-то мы тоже не доделали. Ладно, погнали. Так, погнали на глубинные тропы тогда. Сейчас доделаем. Ту же темку одну. Чисто сегодня серия про то, как мы добиваем вещи. Так, ты картан. По-моему, сюда мне показывала. Вот, да, показывает. Вон, нам сюда. Могила воина. Пойдем. There was a man in the village who reminded me of the drunken dwarf. They had some dwarves just like me, huh? No, none of the dwarves were similar. They were quiet and respected, more or less. No, the one I remember was a human. He vomited in the street constantly. Then he wandered into a snowstorm and froze to death. Huh? And how was that like me? Did I say similar? I meant I hoped. He was similar. I think I had a wife like you once. Блять. Может, она и была твоя жена. Рик. А, мы здесь были, да. Я помню. Мы здесь как раз квесты и получали. Могила воина.
Да, не выполнено. Только части меча вернулись, с танка меч был установлен. Нихуя себе. И что там заметить? Честь наверхника. 11 урона. Плюс 20 куста части магии духа, плюс 6 урона против мертвецов. Нифига себе. Он даже лучше, чем у Алистера есть. Ну, это того стоит, как минимум. Давайте так скажем. То есть, в принципе, честь наверхника, ну, наверное, неплохо. Отдадим Алистеру. Там меч Дункан, меч Кайлана у него. Да похуй, пора на самом деле отказываться. Похуй, типа, сет, не сет. Там дополнительные бафы дает, но похуй. Можно найти, как по-хитрому поступить. Мы его переставим просто. Дадим ему еще какой-нибудь другой щит. Хотя, блядь, с другой стороны, бесполезно. Это похуй. Реально, похуй. У него и так там баф по армуру. Так, все. Дальше. Следующее задание, которое я хочу поставить. Мертвый замок. Сразу на ковальню мы не пойдем. Мертвые рвы. Пойдем. Тут тоже было задание. Просто раз матку так убили, это пиздец был, конечно. Так, это нам ебать далеко. Ну пойдем. Там все равно можно быстренько сразу забрать вещи и погнать, в принципе. Можно вот так, да, пройти? Ой, блядь, это, конечно, система пещер ебейших. Ёбаная система пещер. Ужас. Я сейчас себе на худбар, видите, бомбы поставил. Это так. Просто у нас есть вот количество, 5 бомб скопилось. Даже 6, извините. 6 бомб со всякими приколами скопилось, так что почему нет? Блин, конечно, пусть обижается на нас, да, там. Может, ну, может немного обидеться. Я понимаю ее, да, потратили деньги. Накопим? Сейчас, знаете еще на что копим? Я хочу кольцо себе, вот у меня есть беспонтовое кольцо. Ну как, оно как бы плюс 2 к силе воли, классно. Плюс силе, плюс 2 к ловкости. Но есть два кольца, которые я бы хотел заполучить, в принципе. Стать сильнее. Может, сейчас, сегодня еще одно, может, сейчас и сделаем одно из них. Оказывается, есть кольцо, которое какое-то ебейшее, дает плюс 2 ко всем характеристикам. А это, ну, это вкусно. И это не дурственно. И я хочу накопить на кольцо, которое дает плюс 10 к телосложению. Возможно, это не стоит... У одного торговца мы вот здесь в Арзамаре. Возможно, это не стоит того. Там оно 89, что ли, монет золотых стоит. Дорого, но похуй. Мы, типа, найдем. То, что, ну, цены не меняются, один хуй. И мне не даст этот торговец нихуя. Ой-ой-ой-ой, испугался сам, блядь. Ужас. Ёбаный скрип. Короче, хочу это кольцо, потому что 10 телосложению это нихуёвый такой баф. Там дополнительно еще восстановление здоровья во время боя, вне боя. А меня частенько начинают прям хуярить адски. Так что вот, возможно, потом можно будет Алистеру отдать. То есть прям кольца хорошие. Мне кажется, они того стоят, в принципе. Ну, как раз сейчас эту выполним и все. Ляжем спать. Завтра мне опять работать, знаете, типа, беда, беда. Блять, ну бежать, конечно, опизденнее. Тут локация такая, что просто пиздос. Зато мы тут все залутали.
То, что как бы было. Порождение тьмы-то по факту это что у нас? Ну, зараженные люди или нежить? Ну, по факту нежить вроде, правильно? Типа больше нежить, чем какие-то зараженные просто люди. Хотя вот видите, они размножаются по-другому, типа реально там вот берут женщин, ебут их, блюют на них, и они, собственно, становятся матками. И едут крышей. Так причем нихуево. Эмблема касты. Все удастся доказать, то возможно, что символ дома касты позволит вам право признать легион мертвых знатным домом. А, нихуя себе. Тут еще забрать можно лут. Угу. Если удастся доказать, то, возможно, символ дома касты мертвых позволит вам по праву признать легион мертвых знатным домом. Если законность притязаний будет проверена, род следует занести в хроники летописцев. Окей, погнали в Арзамары, дадим летописцам. Так, погнали. Если это покажет, что Легион Мертвых тоже сможет иметь свой, как говорится, своих послов, считайте, да? Они будут не просто расходным материалом, а алмазный золото проебал. А получается, мы выбьем им хоть какую-то власть, какие-то привилегии. Это как минимум круто. Подожди, общинные залы это где у нас? Grey Wardens present in Orzammar. Endorsement of Lord Balin. A clear statement against the backward policies of Lord. Ah, you return, Warden. Is there ask, and I shall do my best to answer. Куда же тогда? Ага. И с кем мне по этому поводу поговорить? Подожди, неужто нам надо запиздеться? Может, не клетописца? Наверное, надо поговорить, ладно. Ладно. Может, зал совета загнаться? Закинуться, спросить их. They're opening rooms for us on the old Ortona estate. Warden, I'm afraid the assembly is still locked in debate. What can I do for you? Harrowmont started to pull ahead, but Balin, it's still up in the air, though. Warden, I'm afraid the only member as steward, I am a non-voting member. I must admit, Warden, I am at a loss myself.
Понял, ладно. Подумаем потом, что тут с этим сделать можно будет, ладно. Так. Сейчас получим ключ. Лорд Харамонт, furious at the Grey Warden's interference. Там парни стоят. Lord Balin is a bad, bad man. Bad, bad man. Пиздец. Вот здесь я никогда не проходил. Просто можно получить артефакт. Нихуя себе. Лук, спасибо. Так. А, во, смотрите. Ключ города, текст кодексу. А вот оно как. Так, дальше. То есть можно свитки найти. Так, пойдем. Вон, валяется, ребята. Нифига себе. Согласно приказу номером гном неопределенной касты, не может вести дело вообще на залку, пока впоследствии разнес совет, значит, что владельцем торгового ларька или палатки может стать только обладающий определенным одобренным именем дома. А. На, контроль качества. Так, это мы получили. О, нет. О, господи, поехавшие, блядь. Хватит вам уже хуйней заниматься. Алло, стражник, прямо на твоих глазах пиздец происходит. Меня пиздят на твоих глазах, дядя. Ты там вообще, блядь, свою зарплату нахуя, на что получаешь, блядь? Вот они меня пиздят вообще. Вот, ну, нравится им меня пиздить, судя по всему, вообще. Бля, вы ублюдки. Так, поехали дальше свиток искать. Их должно быть всего 5. Смотрим на пол. Ищем свиток. Нихуя себе. Кто такие? Don't take it personally. Hanashan's a member of the Silent Sisters. She doesn't talk to anyone. I am Ferindin. As a Silent Sister, Hanashan cut. As you might imagine, she requires my services for more. The Silent Sisters support the sitting king. They are loyal servants to the Idukans. May the end. Нифига себе. Так, и где свиток?
Это в этих, что ли, комнатах? Вон он, вон, вижу. Здорово. Обвинительный еще приговор. Так. Арзамарское испытание мы нашли. Общинные залы. Да, нашли. Зал героев не видели. Так. Получается, мы в алмазных залах нашли. Пыльный город надо. Пойдем в пыльный город, а потом в зал героев. Пойдем на выход. Ну, под конец, да, дня решил, блядь, себе сделать задание. Ну, хочу я, блядь, получить этот плюс 2 к характеристикам, это тема. Как минимум, это сильно будет. Персонаж хоть станет сильней. А Морриган, интересно, сможет напялить свое же кольцо? Хотя ей это не надо. Дадим кому-то другому. It is a drunken dwarf that travels with the Grey Warden, constantly belching and... Ah, I mean a real one. He must have overheard at least one or two standing there as you did for years and years. There was a human man who once started telling a joke to another as he relieved himself on my leg. I confess I didn't listen. I was too busy planning my revenge. Eh? Да нихуя с ним не стал, он умер. Так. О, ребята, здорово. So you're... Do you know what you've done? Jarvie was no peril if you think... Ребята, мне мега похуй. Чего вы там ходили, не ходили? Мне вообще до пизды, кто вы, собственно. Я сюда ради свитка пришел. Там, блядь, мой приятель Лески, нахуй, сразу меня предал, блядь. После того, что случилось. Мне вообще до пизды. Где-то здесь. Что, какой-то картины должен быть. Во! Восстановление совета. Так, все. В зал героев, пойдем. Let's go. Может быть, кому-то поможет найти их, в принципе. То я до этого их даже, ну, не видел. Так, ну тут все, остается самое легкое. Вот он, не зал героев. Пойдем. Ты же планировку выучил. Вот он. Все, ключ от города. Еее. Вы понимаете, устройство разморского общества могло найти дипломатический тайник, доступный для представителей совета. Ух ты, нихуя себе. Все, погнали. Ключ от города. Это того стоило, ребята. Это того стоило. Это плюс 2 к характеристикам. Да, я вычитал на Вики, где что есть такой артефакт, но... Ребят, с другой стороны, можно было бы, да, найти его, в принципе. Но тут он никак не отмечен. Я бы о нем, блядь, в своем первом прохождении хуй бы знать. Чё и чего, блядь? Кого и чего? Вот, а кого я еще кольцо какое хочу? Вот у этого Гарина. Дорого, пиздец, но есть вот живитель, да? 10 телосложению, плюс 3 к восстановлению, плюс 10 к восстановлению здоровья вне боя, плюс 3 к броне, плюс 20 получаем лечащим эффектом. Вы прикиньте, это ж разъеб.
Это я, во-первых, буду иметь дохуя ХП, дохуя сил, в принципе. То есть, ну, это тема, как мне кажется, это тема. Это слишком хорошо. Да я явно стану сильнее. Лишь бы он закрыт не был, блять. Lord Harrowmont, furious at the Grey Warden's interference, claims no one can stop his plans and threat force upon. Вот он, здорово. Ключ от города. Во, тема. Все. Два ко всем характеристикам, четыре шанса развить темную магию. То здесь получаем эффектом. Заебись, давай сюда. Все. Охуенно. А сколько у меня там эта атака моя? Так, 86 плюс 13, 56. Получается, я так. 97 у меня было, 99, нормально. Даже и сильнее становлюсь. Морриган, ее же кольцо можно реально отдать. Пусть пока Огрен там поносит. Пусть пока он поносит. Так, все, ладно. Все, здесь тогда и закончим. В следующий раз надо будет добить с Данилимом вот эту ситуацию. Там у нас недобитый квест. Да и в принципе разобраться, что это за мертвый замок. Ну ладно. А. И доделать, как бы, конечно, доделать дела. Сохранить. Давай так. Давай переименуем нахуй вообще. Доделал дела. Дела сделаны. Все. Все, ладно. Спасибо, что посмотрели. До скорого, ребятки. Еще увидимся.